Yeah. Столпотворение бездарей, это синоним рэпа. Тут никто там ни о чем, все по чуть-чуть. Никто конкретно, если чел, который хоть на пару метров шарит в этом, разозлится, он вас разъебет, устроит конец света. У тебя есть клипки, ты на Мерседесе в куртке Прада, за рулем пьешь виски и тебе отсасывает баба. Но вся правда в том, что эта телка лишь твоя сестра. Куртку ты купил в Египте, ташку ты взял на прокат. И пока ты что-то бредишь, там за хасл и успех, я устрою твоей леди 50 оттенков сектора. Я осилю всех, хоть их там будут и отряды. Я не только MC, но и ёбарь высшего разряда. Может, это СДВГ, и вам такого не надо. Но я свой зад не продаю лишь ради пары фанатов. Может, я читаю только ради дисов и байтов. Но все, по-моему, я все сказал, дебилы, гадайте. Сектор в деле, от этого вся трясется земля. Хочешь силы померить? Давай, мой рэп, это я. Мы две разные сферы, вам не достать до меня. Я принимаю меры, суки, ведь это война. Я знаю, что не лучше, самый я MC. Ну неужели одного меня зашквар это бесит? Рэп скатился до подвала и ни грамма не весит. Куда ни глянешь, только сказочники, красная плесень. Пацаны таскают леггинсы, ужасные гейнстеры. Толпы гомосеков выпускают блядские песни. Без таланта мутят море треков за одну сессию. Это, блядь, одновременно и печально, и весело. Все звучат одинаково, нахуй быть уникатами. Если целевая аудитория, детский сад, и я стопудов предсказываю. Сказать могу, что захейтят за факты. Да за лупы я и так уже персона инграта. И как бы там ни сложилось, печи останусь тем файтером, что за рэп будет бороться, хоть и поздно спасать его. Я бы вас порвал, не хотелось руки марать, но все так заебало, это моя ультима рация. Сектор в деле, от этого вся трясется земля. Хочешь силы померить? Давай, мой рэп, это я. Мы две разные сферы, вам не достать до меня. Я принимаю меры, суки, ведь это война. Я стал уникатом MC обеспашенным, хоть и когда-то копировал маршала. Главное раком поставить, неважно кого и за что. Это матрикс окажет, мне похуй, что обо мне скажут. Я вроде был вас, и мнение ваше. Если подумать о том, что сделать могу с оппонентом, становится страшно. Гомофоб 90 уровня, но отъебу все бездарные ваши команды, таскающих легенд цепидеров, ЦК, русская, немецкая, палача. Не говорю, что я лучше всех, но это доказывает ваш успех, что не обязательно иметь талант, чтобы в русском рэпе пробиться вверх. Воу! Сектор в деле, от этого вся трясется земля. Хочешь силы померить? Давай, мой рэп, это я. Мы две разные сферы, вам не достать до меня. Я принимаю меры, суки, ведь это война.